Итак, сегодня мы рассмотрим работу с пользователями. Мы должны уметь заводить пользователей, задавать параметры пользователей, менять нашего пользователя на другого, то есть приходить под другие полномочия и так далее. Сейчас мы загружаем нашу виртуальную машину и начнем работать. Значит, у нас используется в стандартном Unix, стандартном Linux дискреционная модель безопасности. Это выражается в том, что у нас есть, кроме обычных пользователей, пользователь-администратор. В Unix это root. Соответственно, рутовый пользователь может делать в системе все, а полномочия обычного пользователя ограничены. Но фактически рутовый пользователь — это необходимая часть данной дискреционной модели безопасности. Без нее она просто работать не будет. Итак, давайте мы откроем терминал. Открываю. Значит, выставлю профиль с более крупным шрифтом. Давайте вначале посмотрим, собственно, кто мы. Who am I? Достаточно просто. Выдает нам наш логин. В Unix у нас есть название пользователя в виде символьной строки, но внутренне Unix использует идентификаторы пользователь UID и идентификаторы группы GID, которые являются целочисленными значениями по умолчанию до 2 в 16. В более современных вариантах можно расширить до 2 в 32. Более мощная команда — это id. Она нам показывает наш идентификатор. Давайте посмотрим, что у нас тут есть. У нас тут есть вот, собственно, UID, целое число. Git тоже целое число, и в каких группах находится пользователь. Как вы помните, пользователь может находиться в нескольких группах. В Red Hat, ну и соответственно в CentOS, принята модель, когда под каждого пользователя заводится отдельная группа. Это может не выполняться в других дистрибутивах, то есть все пользователи могут находиться в одной группе, скажем, users. Плюс вот у нас тут группа wheel, колесо. Скорее всего, название произошло от колеса фортуны. Смысл этой группы следующий. Это специальная группа. Ну, естественно, по договоренности она стала специальной. Никаким образом она не выделена на уровне ядра системы. Если человек находится в этой группе, то он может получать привилегии администратора, то есть переходить по su или sudo, получать полномочия администратора. Где же находится у нас вся информация по пользователям? Информация по пользователям находится в файле etc.passvd. Давайте мы его посмотрим. Вот этот файл. Этот файл является фактически базой данных пользователей. Давайте посмотрим его структуру. Root — это bin, daemon, adm. Это у нас имя пользователя, как я говорил. У нас имя пользователя — это просто некая строка. Дальше у нас идет пароль. Дело в том, что
поскольку этот файл является базой данных, то многие программы должны его читать. Естественно, если пароль у нас будет в этой же базе данных, как раньше и было, то можно брутфорсом его взломать и легко или нелегко восстановить. Поэтому сейчас делают многоуровневую систему. Ну, тут у нас X стоит. Это значит, что пароль находится в другом файле, etc/shadow. Мы его посмотрим чуть попозже. Дальше у нас идет UID и GID, то есть идентификатор, собственно, пользователя, идентификатор основной группы этого пользователя. Дальше идет так называемое поле GECKOS. Это поле комментариев, получило название от операционной системы GECKOS. В этой операционной системе данное поле использовалось для того, чтобы задавать полномочия и задавать какие-то параметры пользователя, то есть имело большое значение. В Linux это просто некой информация. Ну вот видите, вот просто вот тут что за демон написано и так далее. Ничего важного. Далее у нас идет домашний каталог пользователя, то есть это каталог, которым пользователь привязан. Он при логине попадает в этот каталог. Обычно его содержимое принадлежит этому пользователю. Он может там сохранять свои данные. И дальше у нас идет начальный shell. Ну, в Linux так получилось, что основная оболочка это bash. Тут вы видите, что есть еще одна оболочка с bin/no-login. Это оболочка для того, чтобы пользователь не смог залогиниться. То есть фактически это запрет логина. Если кто-то попытается залогиниться под этим пользователем, попадет на оболочку NoLogin, которая его просто выкинет из системы. Тоже некий шаг к безопасности. Итак, а где у нас хранится вся информация? В Shadow, etc/shadow. Давайте смотрим. Информация по паролям мы получить не можем, отказано в доступе, потому что Shadow может читать только root. Давайте мы получим рута. Значит, рута мы можем получить с помощью двух команд: su, superuser, и sudo, superuser do, делать. Какая разница между ними? Ну, на самом деле, достаточно для пользователя обычного, может и не так заметно, но разница между ними есть. Ну, кроме того, su, вот, скажем, используется в Red Hat, а sudo используется больше в Ubuntu. Значит, su это просто переход под другого пользователя, как смена логина. То есть вы делаете su, набираете имя пользователя, если никакое имя пользователя не набирается, то под рута должны перейти, проверяется, что вы имеете право перейти в root, то есть вы в группе will, и вы должны ввести рутовый пароль. Или если вы переходите под другого пользователя, не рута, вы должны будете ввести пароль того пользователя. Sudo у нас работает немного по-другому. Sudo, у нас есть файл, в котором задается etc/sudo пермишены пользователя. Значит, это файл etc/sudo.rs. В этом файле прописано, что какая группа или пользователь может сделать. Там даже можно прописать, что он это может сделать без пароля. То есть можно назначить пользователя выполнение только одной команды без всех полномочий, то есть более дробное управление. Ну и, соответственно, когда вы sudo делаете, вы набираете не пароль администратора, не рутовый, а свой пароль,
потому что проверяются именно ваши полномочия для этого задания. Ну, давайте СУ сделаем. Мы сделаем СУ с минусом, это значит, что мы воспринимаем все окружение рутовое. Значит, пароль у нас рутовый, тот, который вы задали под рут. Вот мы зашли, мы стали рутом. Проверим это. ID. Да, мы стали рутом. Как вы видите, все очень просто. Давайте мы посмотрим файл sudoers. Есть для того, эти очень опасные файлы. Если во время редактирования что-то случится, система может стать неработоспособной, поэтому для редактирования таких файлов есть набор команд, ну, в части на основе редактора VI, вот vsudo, это запускает VI для редактирования sudo, и данные команды работают как в базе данных, то есть или файл не изменен, или когда вы выходите, он атомарно изменяется. Вот этот наш файл. Вот мы редактируем такой файл, и потом он атомарно будет переписан. Нас интересует просто посмотреть вот такую строчку. Строчка у нас... Ну вот, руту можно делать все, что угодно. Процентом у нас обозначена группа. И мы... можем видеть, что группе view позволено все, так же как и руту. Вот следующая строчка еще более жесткая. Группе view позволено все, даже без ввода пароля. То есть вообще все, что угодно можно делать. Вышли, собственно, вот с помощью этого файла настраиваются параметры sudo. А давайте мы заведем пользователя и посмотрим, собственно, как у нас работает sudo. Значит, давайте мы заведем пользователя Алису. Значит, вот у нас user add. Вот такие вот у него shift поезда, он просматриваем вверх-вниз. Мы должны сгенерить добавочную группу. Мы Алису добавим в группу will. После этого она может получить полномочия администратора. Вот will сделали. Значит, пароль нужно добавить. Вот мы id Alice сделаем, видим, что она в группе will, passwd Alice, ну, какой-нибудь пароль вы уж придумайте. И теперь мы должны войти под Alice. В принципе, можем отлогиниться из системы и зайти заново. Ну, на самом деле мы можем сделать вот так вот. Пароль Alice вводим. Мы Alice. Но мы в группе will. Соответственно, мы можем с помощью sudo, ну, скажем, создать пользователя Bob. Sudo user add Bob. То есть, вот смотрите, мы делаем user add. User add нам вообще недоступен. А с помощью sudo
user at bob. Мы чудесно можем сгенерить этого пользователя, поскольку у нас там требуется пароль. У нас просят ввести пароль Алисы. Пароль Алисы вводим. Ввели. Сгенерился какой-то пользователь. Давайте мы посмотрим. СВД. Вот пользователь Боб у нас сгенерился. Ну и для чего мы делали переход под су, мы хотели еще посмотреть Extra Shadow. Вот теперь мы имеем доступ к этому чудесному файлу. Ну, структура его очень простая. Вначале имя пользователя идет. Имя ID, именно имя пользователя, никаких UID-ов и ID-ов. Дальше идет зашифрованный пароль. Звездочка, нет пароля. Не получится вам залогиниться. Значит, дальше у нас идет группа параметров, которые управляют паролем, то есть когда был создан пароль, когда его необходимо изменить, предупреждение о смене пароля, когда будет отключена учетная запись и так далее. Это все можно управлять для каждого пользователя. То есть тут у нас не только база паролей, но и база неких параметров по паролю. Значит, мы под рутом находимся. Давайте посмотрим, как мы, собственно, задаем пользователей. У нас для пользователей есть два файла по умолчанию. Ну, user add – это добавление пользователя. Есть у нас файл etc. default user add. Ну, вот у нас тут дефолты под группы, NSS и вот под user add. Вот у нас переменные, которые делаются при запуске user add. Ну, вот мы видим shell, мы видим файл скелетон, скелета каталога, с которого генерится каталог пользователя. Mail создается, основной каталог Home, в котором создаются каталоги пользователя. Группа – это группа, которая дается пользователям, если мы не будем задавать группы для каждого пользователя отдельно. Как я говорил, у нас по умолчанию Red Hat ставит для каждого пользователя свою группу отдельную. И второй файл — это logins etc. logins login dev. Тут вот у нас задается параметры пароля, те, которые в Shadow прописаны. Создавать ли каталог Home, как мы криптуем пароль, мы с помощью хэш-функции SHA-512 делаем. Что мы делаем с созданием собственной группы пользователя. Давайте мы отключим создание собственной группы пользователей, посмотрим, что будет. VI, etc. Login dev. Давайте мы
VI вы пользоваться умеете, говорить не о чем. Insert, удалили, no. Значит, Shift ZZ, это сохранение. Таким образом, мы делаем так, что у всех пользователей, которые мы сейчас будем создаваться, будет не отдельная группа, а группа users одна и та же. Ну, давайте мы посмотрим каталог скелетона. Скелет. CD. Ls. Он пустой. Никакого скелета у нас не создается в каталогах. Давайте мы создадим некие каталоги по умолчанию, ну скажем. Pictures и ну, на самом деле в X-ах у нас генерятся подобные каталоги по стандарту. ls-all. Вот у нас есть конфиг под bash-rc. Давайте мы его отредактируем. Вот ты. Скажем, поставим редактор по умолчанию. VI экспорт editor равно user bin vim escape shift zz, это сохранилось. Все, теперь мы вроде сделали. Теперь давайте заведем пользователя Carol. Мы используем идентификаторы пользователей, которые обычно используются в криптовании, в безопасности. Алиса, Боб, Кэрол, Карлос, Чарли и так далее. User add Кэрол. Давайте посмотрим. It Кэрол. Опечатался. Вот смотрите, у нас идентификатор пользователя увеличился на единицу. То есть у нас следующий пользователь, а группа пользователя стала 100 users. То есть мы отключили генерацию группы для каждого пользователя, и у них группа стала 100. Ну, соответственно, пользователь входит в следующую группу только 100. Никаких вил, ничего не нужно это ему. Давайте теперь сгенерим пароль для Carol. Password Carol. Ну. Тут нам говорят, что пароль неудачный, слишком простой. Но поскольку мы администратор, то это только рекомендации. Все равно они сделают так, как мы скажем. Ну и, как вы помните, у нас есть параметры в AdStarShadow, которые задают какие-то параметры пароля. Давайте мы сейчас лес etc. PassVD, у нас вот Carol в конце добавился, и etc. Shadow, вот у нас пароль Carol, вот это $6, доллар это всегда в хэше появляется в нашем SHA 512. Значит, ну вот мы видим все стандартные параметры пароля, которые у нас есть. Давайте мы
зададим новые параметры пароля. Значит так, у нас срок действия пароля у нас будет 90 дней. За 3 дня до конца действия пароля пользователь будет получать предупреждение, и пользователь может изменить пароль только через 30 дней после того, как он изменил его. То есть, чтобы часто не менял пароль. Значит, PassWD. Давайте man PassWD. У нас все это прописано. Итак, PassWD. Ctrl-E назад. Минус N 30. Минус V 3. Минус X 90. Carol. Давайте посмотрим от Star Shadow. Вот, смотрите, у нас изменились параметры для этого пользователя. Они стали не такие, как у нас стандартными. То есть мы для каждого пользователя можем задать свои параметры. Ну и для практики можно задать еще нескольких пользователей, ну, например, с помощью скрипта и перечисления Дэн, Дэйв, Дэвид. Enter. Do. Enter. Что мы делаем? User add. Значит, что у нас тут? Вызываем команду user add и пробегает последовательно значение Dan, Dave, David. Мы задаем переменную i. В кавычки мы убрали. Тут не обязательно. Это если у нас в переменной есть пробел, дырка, чтобы вся переменная воспринималась как строка. И цикл for завершаем с помощью done. Ну, вот давайте мы less etc. PassWD. Мы пробелом листаем по страничке. Вот у нас созданы дополнительные пользователи. Ну и можно проверить с помощью grep их присутствие. Вот давайте для Carol'а grep Carol в файле от стара PassWD от стара shadow. Это старограуп. Грауп. Вот. Вот старограуп. Давайте мы посмотрим. Лес. Это стара. Грауп. Вот это у нас. Файл, файл групп, вот видите, у нас Элис, Боб, они имеют отдельную группу, они тут присутствуют для, поскольку Carol не имеет отдельной группы, она там не присутствует в явном виде. Ну, а теперь собственно, давайте посмотрим, как работать с группами. Итак, вот у нас, вот они, наш файл от StarGroup. Тут, собственно, нас интересует название группы. Тут пароль группы.
вот такая вещь может быть. И номер группы, идентификатор, гид. Давайте мы создадим две группы. Group@main. И group@method. Давайте посмотрим, что они появились. Вот main.set группы появились. И добавим Алису и Боба в группу main. Значит, для этого мы используем usermod. Man usermod. Ctrl-A в начало, чтобы перескочить. Вот мы что можем сделать. Нам нужно будет использовать минус A append usermod. Добавить пользователя в дополнительную группу main. Имя пользователя Alice. Давайте смотрим группу. И что мы видим? Пользователь Alice добавлен в группу main. И также добавим минуса, поскольку у нас однобуквенные, мы их можем сцеплять. Main, добавим Боба. Давайте посмотрим, что мы действительно добавили Боба. Вот main. Боб находится в группе main тоже. И точно так же мы в группу set мы можем добавить Карла, Карлоса, Чарли. Мы сделали Карла, мы сделали Дэна, Дэйва и Дэвида. Давайте мы их и добавим. Счет мы добавили Кэрол, Дэн, Дэйв и Дэвид. Ну и давайте посмотрим группы. Пробелом я листаю. Вот группу set у нас добавлены Кэрол, Дэн, Дэйв и Дэвид. Давайте мы посмотрим с помощью it Alice. Вот дополнительная группа main. It Кэрол. Дополнительная группа set. Таким образом мы можем добавить пользователя в дополнительные группы. Ну и чтобы увидеть это без локали, мы можем задать itCarol. Мы lang равно C, то есть английский язык. Вот у нас вот так вот это выглядит. Если вы работаете со скриптами, то лучше переходить на вывод команды в lang-c, тогда у нас стандартные будут какие-то обозначения, не зависящие от конкретной локали. Ну, на этом все.